Еще один наброс. Рикошет. Шайба оказывается в углу. Пытаются уфимцы доработать момент до конца. Подбор за ними. Алексеев. Оказывается в углу. Передача какая, и 2-0. Вот это да, Башкиров забивает. Дуплетом выстреливают уфимцы. Может быть, это еще и не все. Первая шайба Данила Башкирова в этом сезоне. Первое набранное очко и очень важный гол. Это вообще первая шайба Башкирова в континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне у него было одно набранное очко. В 12 матчах была результативная передача. Но вот не забивал он в КХЛ, зато сейчас забил. Классный гол, но здесь, конечно, передача Алексеева из-за ворот на ближнюю штангу просто конфетка. Ну и бросок касания, что надо, в правую девятку шайба влетает и получает свою порцию поздравлений